Фьючерсы американской фондовой биржи обещают повышенное открытие торгов, так как внимание инвесторов снова обращено на азиатские и европейские рынки в преддверии укрепления цен на нефть, а также выхода бежевой книги Федрезерва во второй половине дня. Доллар США играет на повышение, евро по отношению к доллару США на 0,22% ниже. Соотношение валют 1,824 пункта. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,1% ниже и составляет 1,4419 пунктов. Пара доллара США и японской иены на 0,36% выше. Курс валют 118,15 пунктов. В центре внимания курс австралийского и американского доллара. Пара находится выше линии поддержки на уровне 0,6995 пунктов и продолжает расти. В течение дня можно ожидать долгосрочных позиций выше линии поддержки со значениями 0,7065 пунктов и 0,7085 пунктов. Драгоценные металлы имеют смешанный характер движения стоимостей. Цена золота упала ниже восходящей линии тренда, образовавшейся 7 января. Краткосрочные позиции будут ниже новой линии сопротивления на уровне 1093 с отметками 1075 и 1070. Серебро прибавило в цене 0,65% стоимости. Тройская унция металла стоит $13.84. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.